Налоговой отчетностью является документ, который содержит сведения о самом налогоплательщике, объектах, активах и обязательствах, а также об исчислении налоговых обязательств и социальных платежей. И который содержит объектов, связанных с налогообложением, об исчисленных суммах налоговых платежей, а также социальных платежей. Отчетность включает в себя налоговые декларации, расчеты, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, реестр договоров аренды. Существует несколько видов налоговой отчетности, за исключением заявления на ввоз товаров и уплату косвенных налогов. Это первоначальная, очередная, дополнительная, дополнительная по уведомлению и ликвидационная. Что же такое первоначальная налоговая отчетность? Первоначальная налоговая отчетность сдается за налоговый период, в котором произошла постановка налогоплательщика на регистрационный учет. Или возникли впервые обязательства по уплате и исчислению налогов по отдельным видам платежей. Очередная налоговая отчетность, она представляется после представления уже первоначальной и дополнительная по уведомлению, она представляется в случае внесения изменений и дополнения. Ликвидационная налоговая отчетность вновь представляется когда налогоплательщик принял решение о ликвидации, прекращении или снятии с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость. Налоговые формы считаются не представленными в налоговые органы при наличии одного или нескольких из следующих фактов. Налоговые формы не соответствуют установленным уполномоченным органам формам. Не указан код, идентификационный номер налогоплательщика, налоговый период. Не указана дата, на которую составляется декларация об активах и обязательствах. Не указан вид. Дополнительная информация по телефонам 77 16 35 77 17 09 или на Instagram-странице Управления государственных доходов ekibastus.salyk.kz.